Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, привет. Принимайте теплый привет с берега Балтийского моря. С вами Людмила Бытакова. Мне очень приятно, что вы заглянули на мой канал, смотрите это видео. Сегодня я вам расскажу о том, что только что еле-еле сняла с моего мужа, потому что он не хотел отдавать. Интрига? Интрига. Но вначале я вам расскажу моим подписчикам давним напомню, а новым расскажу, что я тот самый человек, который к 45 годам когда-то заработала полиартрит. Кто знает, что такое боль в суставах, тот меня поймет, что это за адская вообще вещь. Сегодня мне 59 без 5 минут лет, и у меня нет этих болей. Трудно было очень, но я избавилась. Но есть одно но. Такие люди, как я, несмотря на то, что есть излечение, такой мощный процесс, мы всегда остаемся в зоне риска. То есть суставы очень не любят холода, не любят охлаждение, но очень любят тепло. Поэтому сейчас, когда прям похолодало, прям, так скажем, осень, и я при этом могу находиться дома, в каком-то легкой маечке, не в теплой одежде, всего лишь используя то, о чем я вам сегодня расскажу, мне тепло. И мои суставы защищены. Но тут еще и мужу понадобилось, а еще и свекровь сказала, что ей это точно нужно. Итак, о чем идет речь? У меня в руках ASMR. Универсальная повязка. 9 в 1, между прочим, с микросферами. Ладно, не буду вас мучить и тянуть время. Повязка компании Artrade. Что такое микросферы? Давайте так, начнем с этого. Это такие маленькие-маленькие полые шарики идеальной сферической формы, и они покрыты тонким слоем спецсостава. Изготовлены они, микросферы, из природных материалов. Они химически нейтральны. И, надо сказать, вперед скажу вам, да, а потому что используются на теле. Не являются средой обитания для насекомых и микроорганизмов. Это уже большой плюс. Микросферы вообще сами по себе, они открыты и разработаны в 70-х годах прошлого века. Вот использоваться начали в 90-х годах. А в 70-х годах они были разработаны по заказу оборонной промышленности. И в оборонной промышленности применялись, и космонавтами применялись. Для чего? Смотрите, наше собственное тело, да, оно же вырабатывает тепло. И когда мы с вами находимся, ну, неважно, где дома, на улице, это тепло, оно уходит. Ну, как бы обогревая пространство, скажем так, да? Потому что вы знаете, если в комнате несколько человек находится, там, чем больше людей, тем, ну, как говорится, меньше кислорода, да? Но более тепло. То есть мы согреваем пространство своими телами. Так вот, что делают микросферы? А микросферы способны отразить наше собственное тепло и направить его обратно в наше тело. То есть они как бы отзеркаливают. То есть вы одеваете такую повязку на тело. Тело наше излучает тепло, инфракрасное излучение. Микросфера отталкивает тепло обратно, и мы получаем, собственно, наше тепло, которое никуда не уходит. Более того, достигает 7 сантиметров в глубину наше собственное тепло, за счет чего что происходит? Нагрев тканей. Поэтому изделие с микросферами ускоряет выздоровление даже при самых тяжелых случаях. Происходит ускоренное восстановление. Поэтому-то мой муж, у нас с мужем достаточно сидячая работа, да, и спина иногда действительно так это серьезно уже напоминает о себе. И вот он почему не хотел сегодня отдавать мне эту повязку, потому что хорошо, потому что тепло, потому что комфортно. Действительно, честно говоря, когда я только получила
повязку. Я думала, еще было, кстати, тепло, было лето. Думаю, ну, попробую, может быть, когда будет попрохладнее. Но примерила, естественно, мне было интересное состояние. И я даже летом не захотела его снимать. Насколько это нежное и комфортное тепло. Поэтому, если у человека есть проблемы с суставами, есть суставные боли, есть какие-то повреждения вследствие там, занятий спортом, или это стоячая работа, когда у человека действительно большое идет напряжение, если это восстановление после каких-то травм. Я, кстати, смотрела отзыв одной женщины, которая попала в аварию, да, и у нее была очень серьезная проблема, такая, что уже собирались колоть гормоны, потому что ничего не помогало. И она справилась со своей болячкой именно при помощи вот этого изделия, при помощи микросфер от Artrade. Представляете? То есть, да, сегодняшняя наука, это даже не то, что сегодняшняя, да, это в 70-х годах изобретено было, она способна помочь нам. Давайте еще посмотрим, за счет чего это происходит. Да? То есть, ну, технологии вы поняли. Нам, людям, потребителям, что важно понимать? Нам важно понимать, как это работает. Повязочку наложили на плечо, на спину, на руку, на локоть, на ногу. Да? Потому что она потому называется универсальная 9 в 1, что ее можно использовать, ну, не только на спину. Что работает она очень естественным образом. Теперь давайте посмотрим, что запускает в организме вот такая повязка. Ускоренное восстановление за счет чего происходит? За счет улучшения кровообращения, потому что где кровь, там жизнь. И когда кровь активно работает в организме, это ускоряет процесс восстановления органов и тканей. При улучшении кровообращения тело помогает расширить кровеносные сосуды, кровь начинает циркулировать лучше, и это помогает доставить больше кислорода и питательных веществ клеткам. За счет этого восстанавливается опять поврежденный орган. И вот это вот возвращение тепла, оно повышает температуру внутренних тканей на 1-2 градуса. И, ну, об этом я уже говорила, проникает на глубину до 7 сантиметров. Это такое легкое, естественное пригревание за счет энергии собственного тела. Вот в каких случаях такая повязка просто незаменима? Вот послушайте, пожалуйста, потому что это очень важно. При хронических болях в пояснице, в суставах, в шее. Это мой случай, я помню, как это было. Еще раз вам скажу, что очень важно прогревать. Как только тело прогревается, вот эти болевые ощущения уходят, но за счет того, что повышается кровообращение, возможно восстановление. При артрите, артрозе, остеохондрозе, радикулите. Тоже за счет вот этого вот эффекта, ну, в принципе, собственной работы тела. При плохом сне и болях в голове, после тяжелой физической работы, когда идет напряжение в каких-то определенных частях тела. Вы знаете, я вроде не физическая работа, работа за компьютером в основном, но иногда я ловлю себя на том, что я сижу как-то неудобно, то есть вот в какой-то позе я стала делать, ну, какую-то работу себе там, да, за компьютером. И я понимаю в какой-то момент, что мне больно, потому что я долго сидела в неудобной позе. И вот в этом случае тоже очень хорошо работает повязка. То есть тело прогревается, и не нужно идти к массажисту. Конечно, повязка не вечная, срок эксплуатации ее 5 лет. Но если что-то не так, вот вам кажется, да, по любой причине, возврат средств 1 год. Да, то есть вот здесь вы абсолютно защищены. Итак, давайте еще раз. Это научная разработка. Разработана для того, чтобы помогать людям быть здоровыми. Потому что потерять, конечно, здоровье, ну, вообще не проблема, как вы понимаете. И никто из нас его терять на самом деле не хочет, конечно же. Но в жизни бывают разные ситуации. И, конечно, мы с вами мудры всегда, как говорила одна моя знакомая, задним умом. Тогда, когда что-то происходит, мы понимаем. До тех пор, пока это не происходит, ну, так мы устроены. Что нам кажется, что нас-то это не коснется. Уж, честно говоря, никогда не думала, что меня коснется полиартрит, да еще в 45 лет.
Но так тоже бывает. И вот дабы себя защитить, я хочу вам сказать, нужно, конечно, о себе заботиться до того, как может что-то произойти. Но уж если произошло, ловите первые симптомы, вот прям первые-первые симптомы, и пользуйтесь тем, что может помочь вам естественным образом. То есть я всегда на этом настаиваю. Естественным образом. Ничего извне вколото, вложено так не работает, как естественные способы, да? А если это работа еще и собственного тела, да, собственными силами, собственной энергией, так это идеально. Вот давайте еще раз представьте, да? Вы накладываете повязку, и ваше собственное тело за счет вот этого вот отзеркаливания начинает вас исцелять. Ваше собственное тело начинает вас исцелять. Ну а если еще добавить сюда немножечко осознанности, да, что беречь-то себя нужно всегда самому, потому что наше здоровье исключительно в наших руках. То вот эта осознанность поможет тогда вообще каждому из нас жить действительно по-настоящему счастливо. Ну а я со своей стороны могу от всей души вам рекомендовать вот эту универсальную повязку ArtRed. Скажу вам, что я присмотрела для себя еще на сайте подушку и матрас. Великолепные отзывы. Я почитала их. Подушку я такую точно хочу, она мне нужна. Да и матрас, честно говоря, особенно на зиму, тоже нужно, потому что в нашем сыром влажном климате, холодном вообще-то, такие продукты, такая продукция очень нужна. Ну а сейчас я сижу и думаю, как же мне так сделать, чтобы у меня была повязка, и мужу ее нужно отдать, он просил. И свекровь сейчас смотрит на меня и говорит, а мне? Но я с этим справлюсь. Ну а вам, дорогие мои, сейчас я хочу порекомендовать пойти на сайт, ссылка будет в описании. Там очень много отзывов можете почитать, а можете сразу просто довериться мне и выбрать для себя то изделие, которое вам больше понравится, да? И я точно знаю, что вам оно действительно понравится. Вот такая сегодня новость от меня вам. Я была рада с вами ею поделиться. Пишите в комментариях, как вам, может быть, вы уже пользуетесь такой повязкой, поэтому есть ли у вас какие-то отзывы. Ну а на ближайшую неделю я желаю вам, конечно же, тепла. В сердце тепла, в доме тепла, в организме тепла, в душе тепла. Создавайте этот уют вокруг себя, начиная, конечно же, с себя. Всего самого хорошего. Обязательно дарите этому миру любовь, и мир ответит вам тем же. Ну а с вами была Людмила Батакова. Всего хорошего. Пока-пока.